Сегодня, ребят, будет такой сюжет. А потом, как мы сейчас будем конями запахивать под посев зерновых наше поле. Я думаю, что это будет забавно. Это у нас рожь. Озимая рожь, посеяли где-то недели 2-3 назад, это уже на следующий год у нас рожь будет. А здесь будем сеять овес. В исполнении семян, либо это на еду? И то, и другое. Мы отвеиваем, получается, отсеиваем рожь на семена, остальное идет на еду. Хорошо. То есть каждый год мы пополняем фонд, его, как сказать, обновляем. Мы обновляем каждый год, но не всех, не всех каждый год. То есть, допустим, рожь, если может храниться года три, то мы вот раз в три года сеем рожь, в следующий год сеем там овес, в следующий год сеем ячмень или сразу несколько. Вот на этой площади мы планируем посеять овес фуражный и овес голосеменной. Вот. Несколько лет потом можно их не сеять, можно посеять другую культуру. Ячмень, пшеницу там и так далее. У нас все эти как бы семена постоянно обновляются. Поэтому вот в этом году решили рожь посеять. Она, получается, только в следующем году у нас будет. Генно немодифицированная. Немодифицированная абсолютно. И районированная еще. Если брать умные слова. Да, все наше. Поехали. Ну, пошли. Ну, шагом. Шагом. Почему именно конями? У нас же есть трактор, то все. Не. Не, кони это гармонично. Трактор это зависимость от запчастей, от горючего. Вообще не экологичный транспорт, хотя, конечно, гораздо более производительный. Ну, или тр. Почему? Поворачиваем. Почему именно я занялся конями? Нет, почему я? Почему? Пашем конями, да, почему? Да. Ну, давай, пошли. Поворачивай. Ну. Ребята, алоха, поехали. Ну. Поехали. Да, надо попробовать, вот как Толик говорит, надо попробовать, чтобы почувствовать, что такое трактор. Вот у нас есть трактор. Но ребята, когда поработают на тракторе, вот они говорят, мне надо 2 дня восстанавливаться. То есть я отдыхаю. А я когда с конями поработаю, мне не надо восстанавливаться. Я наоборот, но. Меня, наоборот, это наполняет. Животные, кони, животные очень благодатные. Они силу дают, здоровье какое-то, вдохновение для жизни. Поэтому я
мне даже... На, борозду. У меня даже сомнений нету. Ну, это как, я не знаю, почему есть натуральную пищу, а не какую-то там роутон? Да потому что это не натуральное, потому что это искусственное. А это все нормальное, живое. Они тебя понимают, они откликаются. Пусть немножко медленнее, но зато ты сможешь делать это всегда, в любой момент, независимо от того, есть ли свет, или есть ли бензоправка, или продаются ли какие-то запчасти. Это все природное, родное. Вот, ребят, это вот к вопросу, который часто сейчас задается журналистами, которые стали к нам приезжать сейчас в большом количестве в связи с последними событиями. Они частый вопрос у них возникает, что что за десятина, что, почему вы это все сдаете. Я вам скажу от лица человека, то есть вот от себя, который здесь прожил 93-й год. Сколько? Да, 27 лет. 27 лет я здесь живу, ребят. И я вам скажу, что то, что мы выбрали вот такой принцип, условно скажем так, десятины, это наш выбор. Это наш выбор из-за того, что просто нам так удобней. Нам удобнее аккумулировать свои средства для покупки каких-то необходимых нам вещей, каких-то там конных косилок, там, я не знаю, там граблей, там таких повозок, я не знаю, два трактора у нас есть, вот это вот все, вот эти вот все постройки, вот это вот эти все ограждения вокруг вот этого огромного поля, сделано все шпалами, все это стоит денег, это естественно совершенно. А раз это стоит денег, надо все естественно надо купить. А купить на что? Один человек это не потянет. Вот для этого мы, собственно, и вот так вот это все сделали. Я попробую как-то, может быть, в каких-то следующих своих сюжетах, которые буду снимать здесь про нашу жизнь, я попробую объяснить какие-то другие аспекты нашей жизни. Насколько у меня это получится, я не знаю. Но я попробую это сделать, чтобы как-то снять то непонимание, которое существует сейчас, ну, в миру, которое вызывает массу вопросов у людей. Вот сейчас даже просто, ну вот смотришь на Ютубе там какие-то ролики, которые связаны с нами, сейчас их стало появляться много. И вот смотришь, и там, ну, комментарии пишут, люди интересуются, а так ли это на самом деле? Вот пишешь им, что ну это не так, ребята. Вот просто 100% не так, как подается, особенно в федеральных каналах. Я ничего не имею против них. Ничего не имею вообще, просто не против кого. Я просто говорю о том, как есть. Это просто факт. Откровенный факт, без всякого там отношения эмоционального или какого-то оценочного. Нет, это просто факт.